Всем привет, вы на канале ArtStream, и мы продолжаем Half-Life Alyx. Так, куда я опять делся? Так, выйти из текстуры, вот. Так, в прошлой серии... Чё-то всё... виснет. А, в прошлой серии, вот, это наш друг. Он показывает палец вверх. Это что значит? А, что значит? Это значит, что вы должны все поставить палец вверх. Под этим видео. Потому что вот он, это тот, кто не поставил. Вот он хотел поставить, но не успел, ребят. Так что вот. Лучше берите с него пример. Точнее, не берите с него пример. Потому что вот так вот и бывает с людьми. Алекс, прием. Эй, Алекс, а, вот она ты. Так, здесь мы в прошлом видео. Что мы тут делали? Нам нужно найти три вот таких вот штучки. И мы пойдем их искать. Что так? Так. Оба ствол взяли. Замок взломали. А, там наш друг, да? Ну да. Так. Что нам с ним делать? Алло, братишка, ты меня слышишь? Ничего не слышит. Совсем пропил. Слух. На, еще добей. Так. Так, бутылок. У нас нет, ничего нет. Не говорите, что он за нами пойдет. Нам всего-то надо найти. Так, что такое? А, подожди, у меня еще есть это. Бутылка? Так, он нас, кажется, слышит. Ну или не слышит. Что-то как-то все подвисает. О, нам надо рот закрыть, потому что помните, что было в прошлой... Раз. Вот это что, крутится? Я вижу смолу. Так, мы вот аккуратненько. Мы положим эту бутылку. И, так, возьмем вот эту бутылку. Так, вот так вот. Почему-то все так. Так, 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 быстрее. Вот так вот. Так, хоба, я перезапустил игру. Не знаю, поможет это или нет, но потому что, ну, были фризы. Жестокие фризы. Ну, пока иду, пока... Ой, ёб твою мать. А как ты так телепортируешься? Дядя, ты чё, совсем? Ну, под спидами какими-то гоняешь, ну. Нет, не падай. Туда беги. Смолу я тут... Ага. Так, вот так вот берем. Че, в руках ее держишь? Так, 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 а зачем она, для чего и почему? Вижу. Вижу, все вижу. Одно не могу понять. Как нам это... Подожди, нормально, можно взяться? Спасибо. Джефф идет. А Джефф идет. Нет, я вот эту не хочу бутылку. Ты чё, ты, вы видели, да? Он эту бутылку хотел мою. Бля. Пошел вон, Джефф. Ну.
Мне как-то, думаю я, можно сквозь? Сука, нельзя. Она не пролезет, нам нужна болгарка или что-то типа того. Ладно, давай бутылочку сюда одну. Нет, я не эту хочу, хочу вот эту. Вот сюда одну. Я вот эту не хочу. Смотри, что игра делает, да? Я вообще сюда... Видишь, куда я стреляю? Во! Опа, перехватил. Ладно, пойдем, найдем другой способ, потому что она не влезет. Там мешает. Может, болгарку какую-нибудь? Родной, ты где? Ёб твою мать, ну ладно. Так, а как нам... Не, братан. Ты пойдешь вот сюда. А потом вот сюда. Надо отпускать раньше. Так, а можно, получается, подпирать? Ёб твою мать. Давай, родная. Вот так вот. И так пойдет. Понял? Да ёб твою мать! Ты будешь сегодня кидаться или нет? Да все, все, все. Сейчас мы тебя выпроводим отсюда, блядь. Вот так вот, сюда иди, блядь. Иди сюда, лох. Позорный. Бутылки закончились, вижу смолу. Так, подожди. Вижу смолу, вижу преграды. Так, так. Что такое? Маска! Я нашел маску. Он просто вынес, блядь, эту дверь, ну. Так, 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 эти... Двери, сука, открываются. А вот и нет. Не сегодня. Угу. Не говори, что они шумят. Вижу маску. Так, пока он там ходит. Я же где-то... А где она была? Вторую мы же видели. Блядь, спасибо. Спасибо, что, блядь, разбилась. Бля, иди в жопу. Как мне... Все, иди отсюда, брысь. Так, 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 так. Вижу, вижу. Он пойдет так. Опа, опа, опа. Так, одну мы нашли. Так. Зачем там красная труба, я не знаю. Может, она взрывается?
Все, мне не страшен ты. Лох. Иди туда. Ну или сюда. Так, подождите, мы одну нашли, она там, ее надо как-то спилить, открыть, я не знаю. Ну что-то как-то нам надо с ней сделать. Блять, он реально идет на коробку, которая упала. На звук этот. Нос чешется. Я понял. Опа, бутылка упала. Это всего лишь бутылка, братан. Что ты такой лох? Че воешь? Блять, нос чешется, за тебя нахаркало здесь, блядь. На, вот это. Я там что-то уронил. На всякий случай возьмем. Че по жизьке, говно. Какие-то патроны вижу. Да, аккуратненько. Идеально. Сука, вот эти коробки, я отвечаю, в этих коробках что-то есть. Ну где-то же должна быть третья. Подожди. Мы, наверное, сдохнем точно. О! Патрон. Ну опять около окна, блин. Может, у тебя, братан? Так. Где же ты? Я не понимаю, как ту пилить. Или заставить его, чтобы он... Вот сюда иди, блядь. Ох. Закрыть бы тебя здесь, сука, выносит все же, на. Так, здесь тоже ничего нет. Что-то там ходит. Но мы вот это не откроем никак, потому что... Или откроем? Видишь, не дает. Она нам не дает. А если она нам не дает, то и что мучиться-то между... Бля. Ладно, пойдем хотя бы... Вижу вторую. Вторую вижу. Так. Давай где-нибудь тут взорвем. Где-нибудь вот здесь взорвем. Так. Там бутылки. Хер с ними. Ёб твою мать, там еще это. Ну ты урод. Вот это подстава. Это просто какое-то дерьмо. Да что ты, что ты? Че, не слышишь, что ли, блядь? Вот сюда иди, я сказал. Нечисть, блядь.
Так, тихо, тут уже диван, я чувствую. Так, надо еще. Давайте, родной. Так, ладно, две мы нашли. Тихо, 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 он где-то ходит, сука, я знаю. Не понял, она сейчас упала? Все нормально. Так, она упала, так, так, так. Сейчас. Ты чё? Ну-ка быстро, блядь. Пошумело. Вообще жестоко, братан. А, можно вот так. Вот и все. Ха? Ненавижу тебя, Джефф. Смотри теперь, лошара. Смотри. Не достанешь. Ха, лох. Давай у него вот так постреляем. Все, я, короче, дурачок. Надо было, оказывается, прокрутить. Крутил, крутил, в итоге докрутил. Так. Все, надо теперь сваливать отсюда. Тупой Джефф. Капец, это ушла практически... Ну, не практически, а вся серия, блин. Так, приемник. Батарея Альянс. Принято. Все, теперь там тоже загорелось, все нормально. Вот так-то. Надеюсь, сейчас Джефф не это... Не восстанет. Из своей глубинки. Давай вниз. Во. Что-то вверх. Ужасающий крик, спасибо. А, Джефф, ярость. Это что за хрен? Точно хрен. Зачем ты пришел сюда? Он что, ее ломать будет? Она будет пикать, в принципе. Вон, разбита. Он ее сломает, да? Он ее будет ломать, понятно. Так, мы там, если что, патроны и все простроили. Ну да ладно, все, она вроде перестала пикать. Мы его можем заманить в мусорку, я прав? Да, давайте так и сделаем. Так, 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 так. Давай, родной.
Вперед! Меня здесь нет. Даже не смотри в мою сторону, падаль. Вперед! Навстречу твоей судьбинушке. Goodbye, мазафака. Еее. Все, можешь даже не долбиться сюда, понял? Он же не сломает ее, правда? Надеюсь, что нет. Джефф в ярости. Так, пока он в ярости. О, что ты сделала с Джеффом? Здорово, родной. Ага, я поймала Джеффа в пресс для мусора. Что ж, надеюсь, ты нашла что-нибудь знатное. Что я нашла знатное? Давай, пока. Я не знаю, виснет у меня сейчас нет, но у меня подвисает опять. Не знаю, что с игрой не так, все же было нормально. Хорошо, путь свободен. Пришло время открыть люк и выйти через эти туннели. Так, подожди, мы прокрутим. Так. Давай. Давай даже двумя. Или подожди. Все, они... Тут долбится, блин. А, мы пойдем в туннели, блин. А в туннелях по-любому будет типа вот такой нечисти. Я вам базарю. Вот это будет. Чё тебе? Разбило стекло. Да пофиг. Чё, это не надо открывать? Чё, куда идти-то? Чё, ещё раз прокрутить? Мне же не трудно. А, мы разблокировали, наверное. Да, сейчас она поднимется. Да? Да. Все, давай, поднимайся. Чё надо? Ну? Открывайся. Или она пикает, время должно быть. Пока время, наверное, да, я тупил, пока тут что-то стоял. Джефф, даже не думаю, у тебя там еще сетка. Так, давай быстрее. Вот так до конца. Я держу, а Джеффа нет. Надеюсь, Джеффа здесь не будет. Я не буду ничего делать. Если отпущу, она по-любому упадет, да? Базарю. Я фартованный в этом плане. Хорошая новость. Туннель ведет к бункеру. Спасибо. Так, давайте спрыгнем. Спрыгнем. Так, тут я разобьюсь. Тут я еще живу. Тут я еще живу. Тут живу. Тут живу. Тут живу. О, да, и совсем маленькие, как муравьи. Ага. Я видел их. Муравьев валяются вон. Нет, не такие львы. Ясно. Ну и чем бы они ни были, они в этом туннеле. Спасибо, родной. Ёп, ну я пошла. Так, ну чё, нас там ждут? Загрузка уровня никого не будет. Так, все, вот загрузка уровня, да. Так, на этом давайте мы закончим. Уровень серия затянулась, так что вот, куда-то я вот сюда подойду. Так, где вы? Так, сюда, чуть-чуть щелочку. Я вижу, вот, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Да. Все, ниже в описании есть
ссылочка на паблик ВКонтакте, туда тоже залетайте. Там всякие мемчики, новости и прочие. Вот, все, давайте. До следующей серии. Всем пока.